Снова тебя обыграла, но сдаваться все равно нельзя.
или два осталось. Может, ты и попадешь в башню? Тогда-то и начнется самое интересное. А сейчас отнесем эту штуку Самаэлю. С возвращением, всадник. Кстати, мог бы и постучать, но это не в твоем духе похоже. Зачем ты здесь? Странный вопрос для того, кто только что вломился в мой дом. Ты не всегда был черным молотом. Ты живешь в изгнании, отшельником среди надгробий. Почему? Какова твоя роль в происходящем, Ультейн? Всадник, у меня есть кое-что для тебя. Вещь хорошая, но для меня хрупковата. Тебе она больше подойдет. Ты не ответил на мой вопрос, древний. Ну, может, мне вид из окна нравится. Тебе-то что? Ты просила помощи, я помог. Если будешь неблагодарным, я могу на тебя рассердиться. Думаешь, я боюсь смерти, мальчишка? Вовсе не смерти тебе стоит бояться.